Вот панорама. Ну что, начнем? Добрый день, я вам буду рассказывать о исследованиях процессов квантовой электродинамики в сильных атомных полях при высоких энергиях. Ну вот здесь приведен план. Значит, процессы квантовой электродинамики в сильных полях, они имеют большое значение, во-первых, потому что с экспериментальной точки зрения этими процессами обуславливается взаимодействие заряженных частиц с веществом. Ну, например, вот эти процессы, они определяют развитие электромагнитных ливней. Ну и также эти процессы, они часто являются фоновыми процессами, каким-то редким и изучающимся процессами при поиске новой физики, при исследовании электрослабого сектора, особенно при экспериментах на встречных мишенях. Также изучение этих процессов важно, интересно, с теоретической точки зрения, потому что такие процессы... Как-то встречные мишени, по-моему, ой, какой-то... На неподвижные мишени, новый, извиняюсь. На неподвижные мишени. Да, в общем, но с теоретической точки зрения неинтересно, потому что их исследования выходят за рамки обычной теории возмущения, ну и надо какие-то другие способы использовать. Ну, я, в общем, буду говорить о процессах, которые происходят при больших энергиях, тогда у нас характерные углы маленькие, порядка m-кэпсилон. Ну и так как и для больших ядер, когда у нас z-альфа порядка единицы, тогда у нас нужно учитывать, как бы с точки зрения теории возмущения, надо суммировать все амплитуды, что сложно или часто невозможно. Вот. Ну и здесь представлен, например, отношение точного к борновскому сечению для рождения пар, ну, дифференциального в какой-то точке. Видно, что кулоновские поправки, они довольно большой вклад вносят. Например, там для свинца, когда у нас z равно 82, тогда у нас z альфа порядка 0,6, ну, кулоновские поправки вносят порядка 40%, ну а в полное сечение порядка там 10-20% как константа к логарифму. Вот, значит, ну, так как теория возмущения плохо работает, обычно используют диаграмму, это представление Фария. Основная идея состоит в том, чтобы сначала найти точные функции Грина и волновые функции во внешнем поле, а потом с помощью них строить теорию возмущений. Но, ну и поэтому отыскание точных приближенных функций Грина является очень важной задачей для, ну, для всех этих проблем. Вот. Ну и здесь я нарисовал как пример. То, что вот, например, тормозное излучение на ядре с учетом точных функций, оно автоматически учитывает все поправки по теории возмущений. Вот, ну, и значит, при высоких энергиях, вот если рассмотреть, какие характерные кинематические характеристики таких процессов, ну, например, может быть, как у нас фотон распадается на пару, а потом взаимодействует с атомным полем. Ну, в собственной системе отсчета время жизни порядка единицы на массу электрона. Вот. И тогда получается, что в лабораторной системе отсчета продольный размер, он в гамма раз больше, порядка там, вот, омега на m квадрат. А поперечный размер, он такой же, порядка единицы на m. Тогда у нас получается, что характерные угловые моменты, они большие, порядка e к m. А характерные углы, они порядка m к e, наоборот, маленькие. Ну и вот это можно использовать для приближенных вычислений. Ну, в общем, вот были первыми получены волновые функции Фарии, в которых в парциальном разложении были отброшены члены порядка z-альфа на L, и получились волновые функции, которые были использованы для расчета простейших процессов, это вот рождение пары, тормозное излучение. Ну вот сразу возникает
вопросы, связанные с тем, как можно учесть поправку к этим процессам и можно ли найти какой-то аналог для произвольного атомного потенциала, когда это нужно для того, чтобы учесть такие эффекты, как атомная экранировка и там конечный размер ядра. Ну и вот, как пример, вот с помощью асимптотики, с помощью этой волновой функции была вот получена асимптотика для рождения пар кулоновские поправки. Ну, здесь приведены экспериментальные данные для свинца, и вот эта поправка. Видно, что хотя формально она справедлива для частоты много больше массы, она приближается к асимптотике только вот где-то при частотах фотона больше там 100 МЭФ. Ну, поэтому необходимо учет следующих поправки для более точных вычислений. Ну, для того, чтобы теория согласовалась с экспериментом. Ну, и вот ответ на эти вопросы дает метод квазиклассических функций Грина, который позволяет, во-первых, найти первую поправку, а во-вторых, позволяет найти функцию Грина для произвольного атомного поля. Ну, вот здесь вот приведен общий вид этой функции. Ну, это вот маточная структура, а вот эта функция D0, она имеет такой вид. Эти функции, они примерно такие. То есть это вот главный член, а это первая поправка. Значит, эта функция имеет следующую интерпретацию, что у нас частица распространяется от точки R1 к точке R2, и помимо обычного, простого учета фазы, как приближение канала интеграл V dx вдоль траектории, есть еще также учет квантовых флуктуаций вблизи вот этой прямолинейной траектории. Вот. Ну и она позволяет находить поправку. Ну и вот здесь вот пример для кулоновского поля. Вот она имеет такой вид. То есть это вот единица и главный член. Это вот альфа на q, это вот сигма. Это что такое там было? Ну, это вот почему интегрируется. Ну вот у нас, видите, здесь R1 плюс x на R2. То есть это, грубо говоря, меняется от R1 до R2. То есть это по траектории интегрируется. По прямолинейной. А что траектория представляется в виде прямых отрезков, да? Ну да, ну то есть фактически у нас, вот я говорю, что у нас есть какая-то точка R1, там точка R2. То есть приближение канала у нас просто есть там по прямой, есть просто учет интеграл в e в степени интеграл v dx. А здесь еще есть как бы вот этот интеграл dq, двумерный вектор. Это как бы учет таких вот маленьких там флуктуаций всех квантовых. То есть есть прямолинейный плюс какой-то вот еще какой-то разброс. Вот. Ну и я хотел вот привести пример, связанный с этим же рождением пар. То есть вот была посчитана поправка, но оказалось, что вот здесь вот большой коэффициент пи в четвертый, который объясняет такое позднее наступление асимптотики. И это привело вот, к тому, что вот первая поправка приводит к значительно лучшему учету этих эффектов. Вот. Ну и теперь я скажу. Покажите, что ты не понял. Красная линия или какая-то? Да, красная это вот, грубо говоря, нулевое приближение, это нулевое плюс первое. Согласен. То есть это как бы следующий учет. То есть это учет высокоэнергетичной асимптотики. Это нулевое, это первая поправка. Вот. Ну и теперь я вам расскажу про приложение этого метода. Ну, первое это вот про тормозное излучение. Тормозное излучение в главном порядке было исследовано вот Александром Ильичем и Романом Николаевичем. Бета сначала было исследовано. Простите, конечно. А потом влияние экранировки было вот исследовано. А здесь я буду рассказывать о эффектах, связанных с этой поправкой. То есть, если учитывать вот эту первую поправку, то возникают такие эффекты, например, как зарядовая симметрия. Это есть разница между взаимодействием электрона и позитрона с ядром. Ну, то есть, если он сечение представим в таком виде, то зарядовая симметрия – это вот есть разница между взаимодействием электрона и позитрона. Взаимодействие позитрона можно представить как сечение с заменой это на минус это. А это что такое? Это зет-альфа. Да, простите, я не сказал. Ну, то есть это импульс и зет-альфа.
Вот. Ну, маточный лимит в таком виде представляется, это вот эти функции Грина, волновые функции. Вот. Ну и значит, казалось, что маточный элемент в общем виде представим в спиральном байсе был посчитан, он имеет вид какие-то константы кинематические. И вот есть два множителя, А0 и А1. Причем множитель А0 он отвечает главному члену, а множитель А1 он отвечает первой поправке. Ну и соответственно у нас, тогда у нас квадрат маточного элемента, он будет у нас вот А0 квадрат, это вот главный член. Здесь будет реальная и мнимая часть А0 на А1 сопряженные. И вот эта вот зарядовая асимметрия, она сидит вот в этом вот члене. Как бы в интерференции между главным и главным членом первой поправкой. Но здесь еще также возникает вот такой член, который отвечает, ну, если мы суммируем только по конечным частицам, а начальная частица поляризованная, то у нас возникает член пропорциональный вот поляризации, ну, спиральности. Вот здесь вот P на Q, это приводит к азимутальной симметрии относительно угла φ. То есть сечение получается антисимметричное. И поэтому у нас исследование этого процесса сводится к исследованию, ну, вот, фактически вот этих величин, А0 и А1. Ну, вот. Ну, например, для кулоновского поля, вот, у нас что получается? Что у нас А0, он с точностью до фазы совпадает с борновским сечением. Есть некоторая фаза. Ну, один, она вот имеет такой вот вид. Тогда у нас вот эта вся зависимость, она сидит в вот этой функции g от это, у которой есть просто какое-то отношение гамма-функции. Вот. Ну и она вот здесь показана. То есть видно, что для тяжелых атомов реальная часть, она порядка там 0,2, мнимая часть там, ну, вот, как-то растет. Вот. Ну и здесь еще интересно посмотреть асимптотики S1 к S0. Ну, S1 – это кусок, который отвечает за асимметрию, а S0 – это главный член. Ну, видно, что она подавлена как дельта. Дельта – это передача на ядро. Как дельта делить на энергию. То есть, ну, а здесь как угол между начальным и конечным электроном. То есть, в принципе, если у нас рассеяние идет на какой-нибудь угол, например, 1 градуса, то эта асимметрия, она будет носить порядка там пару процентов в сечении. Такого порядка. Ну и тогда получается, какие поправки спектра. Ну, борновское сечение усилено этим логарифмом большим. По сравнению с вот первой кулоновской поправкой, которая константа. Ну, дельта – это ваш параметр. Ну, дельта Е, да, это ваше приближение просто, да? Ну, это малость. Да, малость. Да. А π откуда взялось? Π там какой-то стоит. Почему π стоит? Ну, так получилось. Пиво-балам. Пиво-балам. Там пиво-балам стоит. Пиво вообще это можно как-то объяснить обычно. И так просто не бывает. А как это? Е плюс и минус А1 дефиляция в 3 фотона. Там стоит π квадрат минус 9. У тебя π квадрат приходит. Π квадрат еще бывает. А π, чтобы само вывезло, это не бывает. Ну да, есть. Ну, а π квадрат это что там? Это двух. Сам понимаете. А π это гамма от 1/2 в квадрате. Ну, я вам так... Реально там их именно из гаммы, оно все вылезает. Да, где-то из гаммы вылезает. Да нет, здесь, наверное, можно и проще объяснить. Наверное, у вас же всегда альфа стоит вместе с пи, правда? Ну, там. Так, а здесь альфа нету. А вон в же, ну, в же там. Ну, G, оно начинается, да, с Z-альфа. Ну, не важно, Z-альфа. Никогда. А? Да. У лановских поправок нет. Никогда нет π. Там нет. Вот чем они от поправок обычных отличаются? Обычные от поправки это альфа делить на π. А в кулоне у вас стоит всегда параметр π z альфа делить на π. То есть π сокращается. Да. Это правильно. Ну, значит... слушай, искать физический смысл в поправлении... Сейчас, это реальная часть начинается с... Ну, с первой, с этой. Нет. Да, ну потому что там же стоит... Хорошо, ну вот она.
Она с этой начинается, то есть в первом приближении. А мнимая с этой квадрат. Так. Ну, в общем, к спектру она подавлена как m, m к омега относительно главного члена. Вот. Ну и так как у нас ответ получился в общем виде, мы можем также рассмотреть тормозное излучение для мионов. Здесь в чем отличие? В том, что у нас кантоновская длина, она у нас меньше, чем характерный размер ядра. Поэтому для мионов будет важен эффект конечного размера ядра. Ну, тогда, значит, потенциал пишем в таком виде и, например, форфактор вот, стандартный в таком вот виде пишется. Тогда у нас вот эта функция 0, она довольно сильно зависит от этого вот дельта. Ну, то есть имеет довольно сильную зависимость. Это вот разница 0 делить на борновское минус 1. То есть она довольно сильно меняется. Это для разных значений это. То есть там у нас она была совпадала, а здесь она отличается. Так, что-то я совсем как-то скомканно сказал. Ну и здесь тоже вот отношение вот реальной части по 0,1 делить на 0 квадрат зависит в зависимости от вот этой бета, которая дельта делить на лямбда. Ну, видно, что... Ну, и это все нормированное на кулоновское значение, то есть, если бы ядро было бы точное, да, то у нас была бы всегда единица. А так у нас вот этот эффект конечного размера ядра, он довольно сильно искажает дифференциальное и полное сечение. Вот. А в чем вопрос? Откуда этот форм-фактор? Почему он такой? Не, ну можно использовать разную параметризацию форм-фактора. Ну, можно и такую. А может сильно изменится? Да, ответ сильно изменится, выбрав форм-фактор. Не, ну ответ изменится. Не, ну вот этот форм-фактор, он, по-моему, для там лямбда порядка 60 мФ, он сейчас, по-моему, до 60 мФ, он довольно хорошо аппроксимирует этот форм-фактор настоящего ядра. Ну, поэтому, если форм-фактор его поставим, то у нас эти все функции, они живые функции от этой V, они все, конечно, зависят. Не, ну понятно, что разные ядра, да. Но это довольно тяжелые ядра, там у нас же зависимость от Z. От 90, например, до лямбда 60-70. Да, у нас же там Z в степени 1 треть стоит, поэтому там слабая зависимость от этого, от того, какое ядро. Ну, причем это все как бы такой показательный. Если надо для чего-то конкретного, то можно посчитать. Здесь мы брали 60 мФ, по-моему. Я, кстати, придумал объяснение, где там пи. Да. Вот. Но там у вас пи стоит умножить на угол. А дельта на е – это угол. Если по углам проинтегрировать, то пи квадрат будет такой. Вот. Ну, значит, следующий процесс – это двойное тормозное излучение. Ну, она имеет вот такую диаграмму. Ну, и здесь вот сечение через маточный имеет модуль в квадрате. Ну, здесь интересно то, что получилось, значит, вот это некоторая кинематическая функция, это вот борновское сечение и кулоновские поправки. Это, значит, всякие интегралы. А вот здесь получился тот же фактор А, который был и в однократном тормозном излучении. Поэтому вся зависимость от потенциала, она сидит в том же факторе. Ну и поэтому фактически все то же самое. Интересно, что вот из анализа однократного и двойного тормозного излучения видно, что если мы возьмем там n-кратное тормозное излучение, то будет абсолютно все то же самое. И поэтому можно сформулировать простое правило для нахождения вот маточного элемента n-кратного тормозного излучения. То есть если найти маточный элемент в борновском приближении, а потом вот этот
ну, он будет пропорционален фактически вот этой вот единице на q квадрат, да, если там кулоновское поле или там фар-фактор. Если его заменить на дельты, тогда у нас получится точное выражение, ну, вот в главном квазиклассическом приближении. Вот. Ну и здесь вот я просто привел пример спектр фотонов, да, по двум частотам, он имеет вот такой вид. Это у нас главный логарифм, а это у нас это вот функция, которая порядка единиц, это кулоновские поправки. Ну и поэтому у нас полное сечение, оно у нас будет, кулоновские поправки к полному сечению, они будут тоже давать порядка там 10-20%. Ну а здесь зависимость это вот функция, какая-то зависимость от х. Мне помнится, что сечение, оно имеет разный вид в зависимости от соотношения между частотами. Да? Ну, скажем, ну, это... у нас частоты маленькие, мягкофотонное приближение, да? Нет, да, но если одна частота маленькая... Никаких логарифмов нет. Да? Это зависит от соотношения частот. Я поэтому и говорю, что... Это все функция G сидит. Но это функция G сидит. Нет, оно вот сразу логарифм стоит, да? Вот это потому что ты по всем передачам проделал. Да, это только спектр. Это по дельте. По всем передачам проинтегрировал. Но когда то это логарифм, это же кулоновский логарифм, двойцикеровский логарифм. Но у нас вот эта штука, она единица на дельта квадрат. Но его же нет, когда малые частоты двойцикеровского логарифма. Нет. Ну, мягкофотонное приближение, да, зануляется при нулевой передаче. А что там под логарифмом-то стоит? Под этим логарифмом? Ну, это зависит от там, либо экранировка тогда у нас, зависит от частоты. То есть, если частота большая... Это дифференциальное значение, если ты зафиксируешь угол вылета электрона. Ну, либо омега км, либо там MR-скрининг там стоит. Понимаешь, это же, как всегда, мягкофотонное приближение. Тебе надо, чтобы передача импульса, которая носит фотона, была много меньше, чем передача импульса электрона. Тогда ты их вынес, а дальше на сечение рассеянное поможет, правда? Mm-hmm. А если ты проинтегрировал по всем углам вылета электрона, то там такого нет. Это должен дифференциально написать на сечение рассеянное. Да, он бьет логарифм, вот эта функция f от тета квадрата, она сокращает. Это вот миф, который существует в твоей же книжечке, сказать, о том, что в этом тормозном излучении, из-за того, что вот эта мелкофотонная там f квадрат стоит, в отличие от f, что там нету логарифмов. Но на самом деле есть. Это при разных, это с разными частотами. Вот это я и говорю. Но тут в этом смысле одна частота. Представь себе, что омега-1 много меньше омега-2. Да? Тогда будет когда? Как в мягкофотонном движении. У тебя получилось, у тебя сечение, содержащее логарифм тормозного излучения. А по омега-1 у тебя есть мягкие по омега-1. Ты просто вынес, фагоризовал маточный билет. Да? Совсем омега-1 много меньше омега-2. Ну хорошо. У тебя осталось сечение тормозного излучения. Там есть логарифм. Который логарифм задерживает. Я и говорю, что есть. Ну там да. Но здесь мы считаем, что у нас. Да, оба очень маленькие. Да, да. И одинаковые. Да. Да, правильно. Да, но здесь мы считаем, что у нас энергия всех частиц больше массы. То есть. Нет, ну сравнивать надо не с массами, конечно. С передачами. Ну, с передачами. Ну да, с передачами импульса. Ну вы можете сказать все-таки, в какой области частот это выражение правильно? Ну у нас... А что миф это, я правильно, когда частоты маленькие, обе частоты. Но у нас все передачи... Это не обязательно одинаковые, но там какое-то соотношение я уже забыл. Ну я когда-то разбирался с этим. Я забылся. Ну я не знаю, это было сколько лет? 50 лет назад. Можно было и забыть. Не, ну то есть здесь у нас считается, что у нас все передачи много меньше всех этих, всех, ну всех энергий либо частот фотонов. Ну, передачи, ну можно же говорить о характерных, что значит так же
здесь передача не определена, что это такое. Вот у вас входит, у вас конечное выражение, конечное течение, зависит от частот только. Никаких там передач нет. Да, мы проинтегрировали. Ну, все, поэтому да. Спрашиваю, когда спроектировали это выражение? Ну, когда у нас омега много больше массы тогда. Так. Мягким фотоном вообще-то обычно не с массой же сразу. Не с массой, конечно, да. А с энергией. С энергией. Да. Ну, что-то... Не, ну, фотон, сейчас. То есть, если омега может быть много больше массы, но это еще не говорит, что мягкофотон... Не, да, но чтобы мягкофотон, это много меньше энергии должна быть, да. Начальной частицы, да. Нет, но если посмотреть вы другую картинку, покажете при маленьких омега, то там будет видно, что эта функция G, она, так сказать, падает. Ну, да. Она как раз вот то, о чем ты говоришь, следующая вот эта симптома. Ну, я, наверное, не привел здесь. Тут зафиксирована суммарная частота, это распределение по долям частот. Да. Когда один жесткий, другой маленький, понимаешь? А омега фиксирована. Не, вообще вот эта формула справедлива, когда у нас все частоты много больше массы, а мягкофотонная, да, когда у нас ну, частоты... Есть пересечение имеется. Ну да, пересечение есть. Здесь спрашивают, вот он говорит, что когда мягкофотонная справедлива, когда обе омеги меньше, чем энергии одного порядка, чем энергия и одного порядка, то там, ну, вроде как логарифм... Нет логарифма, да? Да. А здесь у вас... Вот есть член, все-таки, да, вот есть член... такой единица на омега-1, до омега-1, на омега-1, до омега-2, на омега-2, да? Спектры. Ну вот, есть, да. И при этом члене вообще нет логарифма. То есть G, оно как себя ведет? Когда вы это по омегам скалируете, да? Но здесь омега не очень маленькая. Ну ладно, пошли дальше. 0,3 это к энергии, понимаешь? Поэтому, а это распределение фотоля. Вот другую картинку покажите, там видно это на самом деле, куда это девается. Ну я ее, по-моему, здесь не привел. Здесь нету этого уже. Ну, в общем, этой картинки здесь нет. Вот ладно, я в общем, хотел, в общем, дальше. Ну, вот процесс, значит. Фотон на E плюс E минус еще испускает дополнительный фотон в атомном поле. У нас здесь у нас амплитуды нарисованы, диаграммы соответствующие, ну и амплитуды написаны. Ну и полное сечение. Вот, тогда у нас С-четность дает связь между M1 и M2 испусканием с электрон, когда испускает, и позитрон, а P-четность между связь между лямбдами и минус лямбдами. Ну и ответ получилось выразить вот в следующем виде, в виде двукратного интеграла по t. Здесь у нас есть, ну, вот, кулоновская фаза, а это у нас просто какие-то, ну, рациональные функции в виде двумерного интеграла. Это типа поперечного импульса? Да, это поперечный импульс фактически, какой-то там, по которому интегрирование ведется. Вот. Ну и также надо провести еще, посмотреть, как у нас экранировка влияет. Значит, у нас полноматочный элемент – это борновский член плюс поправки. Но экранировка важна в области маленьких дельта, а в этой области у нас кулоновские поправки подавлены. Вот. И поэтому весь учет экранировки сводится просто к умножению на атомный форфактор. Так как при больших дельтах он стремится к единице, то он не будет влиять на маточный элемент. Вот. Ну и здесь приведена зависимость квадрата маточного элемента, деленная на вот зет альфа квадрат. Ну здесь еще там какие-то дельты, чтобы не было этого вайтзекерского пика. Зависимости, ну, от для разных z. Ну, видно, что эффект он довольно большой. Не видно. Ну, и также здесь возникает, если у нас начальный фотон поляризован, вот, то возникает асимметрия относительно азимутального угла φ между частицами. Ну, и здесь она представлена, то есть это m плюс от φ минус m минус от минус φ делить на сумму. Видно, что вот эта асимметрия, она достигает там
30%. То есть она довольно-таки большая. Ну а в боронском сечении никакой симметрии нету. То есть она. Симметрия для борона, она вот просто ноль. Вот. Ну еще вот хотел бы рассказать про электророждение. Значит, у нас маточный элемент, он вот представим в таком виде. Амплитуда. Ну и здесь вычисления проводились не в координатном представлении, как там, а здесь отдельно вычислялся сначала ток, один ток, второй ток, а потом производилась свертка вот, ну, с пропагатором фотонным. Вот. Ну и маточный элемент он тоже получился в виде двукратного интеграла, только там уже от гипергеометрических функций. Вот. Ну и вот здесь вот представлено вот это тоже. Квадрат маточного элемента, деленный на z альфа в квадрате. Ну вот видно, что у нас кулоновские поправки не довольно сильно. То есть это вот точное, а это вот боронское сечение. Видно, что сечение довольно сильно меняется. Кулоновские поправки уменьшаются. Ну вот здесь тоже только в зависимости от другой переменной, от импульса позитрона. Вот. Ну и здесь также возникает вот асимметрия, связанная с этим, с углом φ. Это тоже здесь достигает порядка там, 30-40%. Вот. Ну и также можно посчитать полное сечение вот в логарифмическом приближении. Получается, что логарифм в кубе, он как боронское сечение, то есть только пропорционально это квадрат. Это вот для маленьких энергий, куда коренировка не важна, и для больших энергий вот тут, фактически пропорциональный логарифм ЕКМ в квадрате, ну здесь еще с логарифмом с коренировкой связаны. А вот кулоновские поправки, они начинаются с логарифмом в квадрате. Ну вот здесь стоит эта вот функция, опять же, f от это, которая порядка единицы. Но видно, что здесь у нас коэффициент, он порядка там шестерка впереди стоит. То есть кулоновские поправки, они здесь большие. Например, здесь определена зависимость. Ну, отношение там сигма нормировано некоторое сигма 0, сечение константы зависимости от энергии. Вот это у нас боронское сечение, это сечение плюс поправки. Ну, боронское плюс поправки кулоновские. Видно то, что оно довольно большое, порядка там 30-40% дает вклад. Вот. Ну вот. Еще я хотел бы рассказать про... Сейчас, а вот в этом процессе, вот там же, в принципе, это, ну, заряды, можно все-таки различать. Частицы? Заряды, скажем, ну, нормально. Пары рождающиеся, и той, которая летит, ну, так, чтобы различать типы кулоновских поправок. Ну да, можно. И можно сказать, ну, вот... отношение... Вот есть кулоновские поправки, которые берутся от кулоновских поправок к паре, они дают половину от. Ну вот, то есть вот здесь вот получилось. Ну вот здесь, допустим, 56 девятых, вот 28 девятых получились от просто поправкам. Сейчас, подождите. Поправкам к рождению пар, грубо говоря, если взять поправки к парам. Вот. А половина взялась из поправка, когда у нас один кулоновский хвост как бы вот сюда вот идет, к нижнему фото. Это наоборот, один вот сюда вот. В общем, какие-то вот поправки, когда у нас есть и сюда, и вот сюда вот. Но если поправка только к нижнему, если верхний не кулоновский, не прицеплен к кулону, там нет кулоновского хвоста, то это вообще дважды логарифмическое сечение. Если... Нет. Я говорю, одни поправки, когда просто, ну вот, ядро взаимодействует только вот с этим вот, а это как бы просто испустило и прилетело, взаимодействовало. Ну, один раз боронски взаимодействовало. А есть поправки? Ядро всегда квадрат логарифма. Да, в поправке там всегда квадрат логарифма получился. Нет, я говорю, ну, основной процесс здесь какой? Когда кулоновский... Ну, процесс логарифма. Когда логарифм в кубе, это когда кулон как раз цепляется к рожденной паре. Ну да.
они цепляются не к рожденной паре, а к, к рассеянному электрону, то тогда это вообще логарифм квадрат. В Кулоновской поправке есть логарифм квадрат, он так и нарисовал. Да. А когда это не Кулоновские поправки, а основной эффект это логарифм квадрат. Ну? Ну, ну, вы имеете в виду, что вот такая диаграмма, да, она дает логарифм куб. Да, да. Ну, просто вот один. Да. Там есть все логарифмы. Там... Вот, есть такие. А мы говорим... Я говорю, что есть вот, вот такие поправки, они дают логарифм квадрат, половину от, от того сечения, когда они сцепляются только вот сюда. Вот. А есть поправки, а половина возникает из-за того, когда... Главное, в моменте логарифм. Когда сюда цепляется и сюда цепляется, они дают тоже половину. То есть какие-то вот перекрестки. То есть в этом смысле этот процесс нельзя рассматривать как вот... Да. Эквивалентными фотонами. То есть, вот если взять тут эквивалентный фотон, из него там пара родилась, то у Кулоновские поправки не получится совсем неправильно. Так. Значит. Что-то я потерялся. А там тупло же все зависит. Это же дифференциальное сечение, да? Сейчас. Не, вот это уже по, это полное сечение. Дифференциальное сечение там всякие есть. Такие, сякие. Это уже про полное сечение. Так. Ну, ну вот здесь еще про упругое рассеяние. В общем, интересно ответить на такой вопрос. Можно ли дальше разлагать по единице на L и находить следующую поправку? Ну вот к этому приближению. Для, для этого, как самый простой процесс, рассматривался процесс упругого рассеяния, и так как известна точная формула Мотта, ну, которая имеет довольно-таки простой вид, можно с помощью нее посчитать разложением по единице на L. Ну и с помощью квазиклассического приближения и посмотреть, возможно ли получить такую поправку или нет. Вообще формула Мотта, по-моему, называется Борновская, так что нужно... Разве нет? Борновская. Борновская. Так, традиционно Борновская называется, хотя Мотт считал точно по задачам. Имеется в виду, вы имеете в виду, ну, конечно, точную форму, да, да, точную по задачам форму. Вот. Ну, значит, ну, так как мы знаем волновые функции, мы можем просто взять и устремить предел, ну, там, к бесконечности и получить сразу же амплитуду рассеяния. Значит, дифференциальное сечение имеет такой вот вид. То есть у нас дифференциальное сечение неполяризованной частицы, это вот так называемая функция Шермана, которая отвечает за поляризацию начальных... Так сказать, поляризацию конечных частиц, если у нас начальная частица не поляризована, или за некую асимметрию, связанную с в сечении, если у нас начальный пучок поляризован. Ну и еще вот есть тензор кси-кси-жи. Вот. Тогда у нас в квазиклассическом приближении с учетом первой поправки получается, что дифференциальное сечение имеет такой вид. Но здесь я привел А0 для примера. Ну, дельта А0, она примерно такой вид. Ну и вот для кулоновского поля получается вот известный ответ. Вот. Ну и также, так мы получили для произвольного ВТР, можно поставить зависимость от влияния эффекта конечного размера ядра. Ну, здесь, например, я привел функцию Шермана в зависимости от B, которая вот эпсилон тета, ну то есть дельта фактически умножить на r. Где r — это у нас радиус ядра. Ну, видно, что она довольно сильно меняется и еще даже меняет знак. Ну, потенциал брался в таком виде. У нас вот r — это у нас просто какой-то
размер ядра. Ну а для вот этой вот формулы, которую я назвал формулой Мотта, не знаю, как ее правильно это называть, но имеет вид суммы по угловым числам, квантовым числам, вот эти функции f и g, тогда полное сечение, оно вот такой вид имеет. Ну и значит, если разлагать для больших L, учитывая, что у нас L дает вклад порядка epsilon chem, то можно получить следующий ответ, что у нас вот эта функция f, она имеет такой вид. Вот есть какой-то квазиклассический вклад, который вот имеет s степени 2 и ню, и здесь есть как бы единица, первый член и второй член порядка s квадрат. А есть еще вклад от маленьких L, и он не записывается от маленьких угловых моментов. Он имеет вид просто какой-то функции на s. S – это синус θ пополам. Причем вот этот кусок, как я уже сказал, он берется вот в этой сумме при L порядка единицы, поэтому его нельзя получить с помощью квазиклассического подхода. Поэтому можно сделать вывод, что с помощью квазиклассического подхода нельзя продвинуться дальше первого порядка, не учитывая вклад от малых угловых моментов. Ну, вот здесь также приведено сечение, неполяризованное сечение в зависимости от синуса θ пополам. Да, вот вы видите, мне очень мутно сказать. Первый порядок по какому параметру надо сказать? Да. А то спрашивают уже про позитальфа, про порядок позитальфа. Ну, мы же вычисляем по параметру m к эпсилон фактически, или θ. Угу. То есть мы считаем точно позитальфа, но приближенно по вот m к эпсилон. Значит, вот квазиклассическое приближение позволяет учесть главный член и первую поправку по m к эпсилон. Или по, ну, по θ. Они как бы одного порядка. А вторую поправку уже нельзя получить, потому что маленькие L, они дают вклад такой же, как второе квазиклассическое приближение. А мы в квазиклассическом приближении фактически учитываются только большие L. Поэтому она вот этот вот вклад маленьких L она никак не учитывает. То есть получить можно, но... Да, ну... Но она не дает полный ответ. Да. Вот. Ну, здесь вот показано сечение в зависимости от синуса θ пополам. Вот черная кривая – это вот точная формула. Вот это вот с учетом первой поправки, а это вот с учетом второй поправки. Ну, видно, что она справедлива даже для довольно больших углов. Хотя делалось приближение малых углов. Ну, вот здесь заключение, что было сделано, что были получены вот поправка квазиклассической функции Грина в уравнении Дирака для произвольного потенциала. Ну, и исследована вот зарядовая азимутальная симметрия в тормозном заключении и дифференциальное сечение двойного тормозового значения фотождения и вот предел применимости квазиклассического приближения. Вот. Ну, вот здесь вот публикации. Ну, у меня все. Спасибо за внимание. Ну, тот график, который вы там последний показали, нет. Да я как-то все не это. То, что вы сказали, наверное, многие могут подумать, что учет второй классической поправки привел к такому замечательному согласию. Нет, это учет полный. И здесь как бы учет не второй квазиклассической поправки, а учет поправки там синус θ в квадрате. Да, s в квадрате. То есть если есть еще не квазиклассический кусок. То есть если его не включать, то ну, она будет такая же, как первого примерно. В вашем методе вы это не услышали, да? Да, в нашем метод не дает.
для этого процесса. А точная функция длинная. Да, точная для кулоновского поля существует явный вид, но она имеет тоже вид вот такой суммы по моментам угловым. Но и так как при больших энергиях характерны эти угловые моменты, они порядка ЕКМ большие, и это приводит к тому, что их сложно использовать в расчетах, потому что эти суммы очень медленно сходятся. А вот еще раз, условия классических процессов, которые вы рассматриваете, ну, как позволяющие применять Ну, это фактически мы находим асимптотику, там, когда у нас ЕКМ много больше единиц всех частиц, и у нас все углы или там поперечные импульсы, P поперечные, ну да, грубо говоря, наоборот лучше написать. У нас МК много меньше единиц, и P поперечные, и все углы много меньше единицы. Такое вот условие. Не, ну в дифференциальном сечении как, ну, частицы, понятно, всяко летят, но если посмотреть дифференциальное сечение, да, то у нее в зависимости от угла, да, вот этого, то она имеет там характерный, не знаю, характерную ширину порядка вот как раз вот МКЕ. Поэтому основные углы, которые дают в полное сечение, они порядка вот МКЕ. Ну, поэтому для полного сечения просто вот, если у нас все энергии большие, то не дают основной вклад. Да, то есть главное, чтобы вот много меньше единицы было. Нет, ну, вас спрашивают, нужно ли условие, чтобы тета было много больше, чем единицы на грамм? Нет. Нет, нет. То есть между ними никакого соотношения не требуется дополнительного. А вот как вы думаете, если у вас m на эпсилон порядка единицы, а углы маленькие, скажем, дифференциальное сечение рассматривать, то у вас классическое приближение можно использовать? Ну, я же какой-то не я. Ну, мы не ошибемся. Ну, это... Ну, вот для рассеяния можно. Вот, потому что точная формула. Ну, я имею в виду... Нет. Углы маленькие, а эти нет. Нет, конечно. Тогда вот эта вот всякая характерная кинематика, она же фактически на этом сидит, что у нас энергия большая. Не, ну, во-первых, он как врат поправку дает вклад к рождению пар. Вот. И сколько он дает там врат поправку, это, конечно, надо. Ну, и вот рождение пары и тормозное излучение. И вот если вы включите, я как бы не рассматриваю, ну, не рассматриваю.
дополнительный пар по дополнительному облучению с гамма-кванта. Вот если его включить, как это влияет на формулы электромагнитного линия? Это увеличивает положение максимума линии. Может быть, Маньеровский радиус увеличивает. Смотрели вот на... Ну, это мы не смотрели, конечно. Но вообще он как бы подавлен как альфа, да, поэтому понятно, что он примерно порядка там 1% может давать вклад. Такие поправки могли бы, например, его распушать, этот линий, ну, по-моему, например, расставить хвосты. Вот это интересно, допустим. Ну, это надо уже численно проверять как-то. Надо было же избрать председателя семинара. Председатель — это я. Нет, я против. Ну тогда Виктор Сергеевич председатель, надо будет заполнять протокол. Я не буду. Кто хочет заполнять протокол? Я хочу, чтобы был демократически избран председатель. Я вот демократически себя избрал. Вот не надо тут, как это, какие, это не наши методы. А как, наши методы известны. Нет, я что-то сказал, караул устал, так сказать. В этом смысле, наверное, по формальным причинам лучше не вы должны быть председателем. Ну хорошо, значит, Роман Николаевич. А я тоже не должен быть, потому что я соавтор. Ну тогда остается Виктор Львович. Виктор Львович остается председателем. Как тогда? Его женщины будут. На 3 года в бане не увидим вас. Ну кто будет председатель? А вот же. У нас молодежь есть. Молодые. Интересные. Он Валера слышит, вот он и будет председатель. Кинотеатр. О, Валера как раз подходит. У меня рука болит. Иван. Все. Председатель Ростатков Валерий Михайлович. Запишите. Ребят, по формальным, опять же, признакам должны быть выступления и комментации. Раз это апробация диссертации. Должен принять решение, рекомендует он. Это безусловно. Это... Да, слово предоставляется Виктору Сергеевичу. Ну, как это формулируется? Заслушав и обсудив, мы обсуждали, обсуждали, да. Доклад. Семинар рекомендуется семинару принять, рекомендовать диссертацию Крачкова Петра Александровича в защите. Будем рекомендовать или кто-то против? Кто-то возражает, может? А? Почему ты так возражаешь? Нет возражений. Проголосуют. Единогласно. Все. Все. На этом семинар. Закончим. Возвращаемся к нашему параграфу.